Тамадидевам Пурушопуранам Тамалварнам Зуитабатарам Апар Сансар Самандрасетум Бхаджамахе Бхагавату Сарупам Ямравайаннаманапетамапетакритвам Дайпаяна Вирхака Тарваджухава Путрети танмая таятарво винедум, пансарва бхута хидаям, мунимана тусми. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Наиватману пабхурайам нижалабтушто. Наиватману пабхурайам нижалабтушто. Наиватману пабхурайам нижалабтушто. Джанада видушо карунам видуте. Джаджад джану бхагавате. Видадхи томанам тачатмане пратимукхасса жатха мукхасси наиватману прабхурайам нижалабтушто жанада видушам каруно бините яд яд жану бхагавате видадхи томанам тачатмане пратимукхасса жатха мукхасси. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что тот, кто совершает Кришна Бхаджан, они не должны жаловаться ни на что. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что те, кто совершают Кришна Бхаджан, они не могут жаловаться ни на что, поскольку все, что происходит в нашей жизни, это Кришна сделал прямо или через кого-то все, что и вот, а кто поклоняется Кришне, и почему поклоняются Кришне, и как поклоняются Кришне, и все это приходит, и в Гите мы можем найти ответ, что четыре вида людей, дживатам, они поклоняются, то есть поклоняются Кришне, вот четыре вида душ. И вот они все совершают баджан Верховному Господу. Но я думаю, что они не поклоняются Нанда-Нандане, Бхагавану Шри Кришне. Есть особенность в их баджане. Артха значит те, кто умирают. Та дживатма, которая умирает, она, когда умирает, она молится Верховному Господу, это зовется артха. Арта. Значит, что это дживатма находится в очень плачевном состоянии, и она молится Верховному Господу, что если Господь спасет ее, то она будет служить в дальнейшем. Это такое гаджендра, он олицетворение этого. А следующий тип — это джигьясу, те, кто задают вопросы, такие как Арджуна или Парикшит Махарадж, особенно вот Арджуна.
Следующие те, кто стремятся получить какое-то богатство из их баджана, артхартхи. Те, кто получает что-то, имеется в виду, какие-то результаты хотят получить. Артха – это не только деньги, значит, а артха – значит, каковы наши ожидания, что мы надеемся получить что-то вроде награды, можно так сказать. Вот некоторые люди совершают баджан, чтобы получить нечто, как Друва Махарадж, например, он начал свой баджан, хотел начать баджан с какой-то целью, с какой-то надеждой. И поэтому его баджан был, этот Друва Махарадж, он совершал баджан, но описывается, что для того, чтобы обрести какой-то уровень, какое-то положение в мире, он начал свой баджан, но когда он начал этот хари-баджан, то по милости Парамахамса Гуру Нарады, и вот по милости Нарады, когда он начал баджан, он хотел что-то получить. Но после того, как он начал свой баджан, то по милости Гурудева, он обрел какую-то силу в этом баджане, и вот так он медитировал на Верховного Господа, и в итоге он осознал, что совершил какую-то ошибку. Почему он начал баджан с какой-то целью достичь чего-то материального? Он понял, что ничего, кроме служения Господу, ему не нужно. И вот Друва Махарадж, он начал жалеть, что цель его была недостаточно чиста. Он думал, что совершил такую ошибку, начав поклоняться Господу ради каких-то материальных целей. О, Прабху, I was so foolish. I started my bhajan with some demand. But when I started bhajan, И вот Друва, он жалеет, что начал баджан с помощью из-за какого-то материального желания, но впоследствии он осознал глупость всего его желания. Ведои санга падакрамо панишадай гаянтиям самага дханавастита тадгатрина манасвара тасвантиям йогинам ясам танна видосура сурапрана девайатасмай брахма санкар варун брахма санкар варуна. Они все хотят получить даршан Кришны хотя бы на какую-то часть секунды. Эти все полубоги, великие полубоги, они не могут даже обрести даршан света, который сходит со стоп Господа. Даже это они не могут увидеть. Все муни-риши, полубоги, для них это практически невозможно получить такой даршан Господа. И вот Друва продолжает, мой Гурудев, он дал мне наставление совершать баджан этому Верховному Господу, но но теперь я помню, что то, к чему я стремился, оно подобно осколку разбитого стекла, но в процессе поиска стремления к этому осколку разбитого стекла я нашел какой-то чудесный бриллиант.
Я не знаю почему, по какой удаче я нашел такой драгоценный камень. И вот Дхрува Махарадж, он говорит Господу, что ты явился, чтобы даровать мне свою милость, которая очень и очень труднодостижима. Обрести даршан Господа, оно очень сложно, но все-таки возможно, но необычайно сложно. И вот если мы, я уверен, что я могу обрести милость Шри Кришны, получить даршан лотосных стоп Шри Кришны по милости моего Гурудева, который настолько могуществен, что вот в этом киртане говорится, что вайшнавы, они настолько могущественны, что они могут даровать нам самого Господа. И у нас есть, если у нас есть такая способность, то Гурудев, он может даровать нам Кришну, у него есть такое качество. И нашей единственной целью должна быть любовь к Господу, поскольку мы не торговцы, мы не ожидаем получить что-либо взамен служения. Мы служим Господу ради Его самого, это зовется Севой. Но мы не хотим И вот согласно цели Гауди Баджана, я вчера говорил, что находится в сердце Шримана Махапрабху. Мы хотим узнать, что хотел сказать нам Шри Чайтанья Махапрабху. И каково же сердце Шри Чайтанья Махапрабху? Which dham you think topmost? И вот на этот вопрос, какая дхамма наивысшая, Мадхура, она наилучшая из дхам, и какая форма Господа, она наилучшая, Шьяма Рупа, вот это, и в каком возрасте мы хотим поклоняться тому Нанда-Нандану Шри Кришне, который дарует нам такое, а который настолько прекрасен, настолько привлекателен, что нет ничего красивее, чем Нанда-Нандан Шри Кришна. И я вдохновлен и привлечен его формой. Я не привлекаюсь формой Нараяна или еще кого-то. Это учение Шримана Махапрабху. И какая раса ты думаешь наилучшая? Вот это Адья Эва, что это значит? И что значит эти слова? И наивысшая раса – это Мадхури раса, и не только Мадхури раса, а Паракия Мадхури раса. Адья Эва значит изначальная раса. И вот это такая формула. Если мы
будем следовать всей нашей Гуру-варге, то тогда мы должны следовать такой процедуре. А если мы не будем следовать всем правилам и предписаниям, то тогда мы не можем надеяться, что мы станем успешны в этом Гауди-бхаджане, который очень-очень редок. Simad Bhagavatam Pramanam Avalam Prema Pumartham Ano Sri Chaitanya Mahaprabhur Matam Iram Tatradara Napara Arat Bhagavan Vijayaspanayasta Dhyama Vrindavan. How? We have to worship that Nandanandan Sri Krishna. And how? И мы должны поклоняться тому Нандана Шри Кришне. А как? Так, как показали. Не то, что показали, а более точно описали, как нужно поклоняться Кришне Гопи. Они открыли так, как нужно поклоняться Кришне идеальным образом. Это нечто новое, но это также вечное. Поскольку мы не знали об этом раньше, и поэтому оно новое для нас. И будьте уверены, что Шримад Бхагаватам, оно может даровать нам полную любовь. Прямо. Шримад Бхагаватам Махапурана, если мы ее прижмем к своей груди, то нам не нужно ничего иного, кроме Бхагаватам. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что если весь мир будет уничтожен или затоплен, если у меня останется Шримад Бхагаватам Махапурана или Шри Чайтанья Чайтамрита на моей груди, то я могу переплыть весь этот потоп и достичь успеха. Будьте уверены в этом, поскольку если Чайтанья Чайтамрита и Шримад Бхагаватам они защищены, то все будет защищено. И ничего не будет потеряно. И почему мы боимся чего-то, каких-то мелочей? Если весь мир будет потерян, но останется Шримад Бхагаватам Махапурана, то нам не нужно ни о чем сожалеть. Почему? Поскольку Бхагаватам — это Кришна Эвахи, это сам Шри Кришна. Шримад Бхагаватам — ничто иное, как сам Шри Кришна. Это Шри Кришна в форме трансцендентного звука. Не сомневайтесь в этом. И вот мы должны вернуться. И эта шлока, она... Want to get entry? Before that, he should know the syllabus. Это буквально азбука Гауди Матха. What we have to do? То, что мы должны делать, как мы должны делать, какова наша цель? В этой шлоке кратко все описывается. И вот мы должны поклоняться Нандананандану Шри Кришне. И как поклоняться, каков результат этого поклонения. И вот Бхагаван Шри Кришна, сам Шри Кришна Чайтанья говорит, что Шримад Бхагаватам Махапурана, ее более чем достаточно, у меня нет никаких сомнений в этом. Чатурвира вьянте мам сукритино арджунаха арто жигьясу артхаси жогьяни. Okay, they are doing bhajan. Okay. But we have to ultimately follow. Но мы должны следовать в Раджа-гопе. Даже Лакшмина не может достичь Вайкунтхи, даже Шанкара Махадев. Он... Вот какая-то Асури-мани и Махадев, они хотели попасть в Расалилу, но они не были допущены. И они начали плакать и молиться: «Пожалуйста, просите самого Господа, если Он разрешит,
нам, но Господь сказал, что вы должны сначала родиться. При принятии омовения в Манасароваре. Точнее, более точно, родиться там в... родиться в том месте во Вриндаване, у Манасаровара. И только такие преданные не могут осознать, какого уже настроения Рагануга Бхакта. И вот Шанкар Бхагаван был послан в Манасарова. Он... И вот он принял омовение в этом водоеме и... И там Шанкар, он обрел Гопи Бхаву, но... И вот только Шанкар Бхагаван, он по особой милости, он смог увидеть Расалилу. So you see, Artho Jigyasi, Arthati Jogyani, actually they can do, okay, but what to speak about Nandanandan Bhagavan Sri Krishna, Vrajanandan Krishna. Also, I like to give you a reminder я хочу вам напомнить, что Сикшаштака, все восемь слог Сикшаштаки, произнесенные Махапрабху, они все, эти Госвами Грандхи, они все написаны этими Госвами. Это объяснение Шикшаштаки, которую оставил Махапрабху. Все писания, написанные Госвами, они все объяснения этой Сикшаштаки, в которой можно найти состояние обусловленных душ, что они чувствуют, какой же путь, какая наша самбандха, Абхидея, Прайоджана. Там все описывается, не только Прайоджана, и из этой Прайоджаны. То есть наивысшая цель может отличаться от человека к человеку, но что Шри Чайтанья Махапрабху сказал, это наша наивысшая цель всех гаудии, это особая цель. И эта цель, какова же прайоджана, не то, что мы хотим достичь галоки, но наша наивысшая цель какова? Какова процедура, какая раса в нашем сердце, которая дает нам экстатическое чувство любви. I cannot get entry. I have to go out to Krishna. Let me go. I cannot stay here. Why you confine me? I cannot live this way. Where is the mode of Chaitanya? Kabhi habi bolo sedinama. Kabhi habi bolo sedinama. Dhano jano yaar kavita sundari. Bolivana chahi deho shukho kori. When you can sing this way, like man. Kabe gauru bane suradhani tate hara jaha krishna boli. You must sing, day and night you must sing. Don't waste your time.
мы должны петь киртаны день и ночь. И мы должны молиться, чтобы обрести даршан Господа и вечное служение Ему. И вот все раса-шастры, бхакти-расамрита-синдху, брихат-бхагаватамрита и все остальное, все шесть сандарбх, и все написано нашими госвами, и мы должны помнить, что все точное объяснение этой шикшаштаки. Когда я смогу открыть шикшаштаку, подобно цветку, и когда солнце восходит, лотосы, они открываются. You cannot get the final, you know, charming, you know, final, you know, glance of this Padma fool, which is very rare, when it is full, full glance. When Padma in full fledged, редко можно увидеть лотосы, которые полностью распустились, но это... Это прекрасно. И вот также шикшаштаку, если всю шикшаштаку объяснять, то это все выливается во все эти писания госвами. Но мы должны помнить, что Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел показать нам, как мы должны совершать баджан, и какого уровня мы должны достичь, чтобы мы смогли говорить о себе, что мы рагануги. И в будущем, в обусловленном состоянии, мы не имеем права говорить о себе, как о рагануга бхактах. Мы можем только стремиться к ней в таком обусловленном состоянии. И это наша цель. When I can get Kavya Abhavara Siddhinama, when I can get that scope, that opportunity, when all my body can go out of my control, I cannot take control of my body and mind, everything, always absorbing, like one, I am in some sort of intoxication, nasha. В Бхагаватам говорится, что если мы обрели любовь к Шри Кришне, то это подобно какой-то интоксикации. You know, he's been drinking too much wine, after that cannot sit, leg properly. There is a condition of those, you know, devotees, so having that kind of excellent facility, which is most rare. И вот сегодня я должен затронуть тему, которая будет связано с тем, что я говорил в начале, что те, кто, то, что говорил Шрила Прабхупад, что если мы хотим совершать баджан нанда-нанда, но Шри Кришне, то мы должны быть очень осторожны, каково наше умонастроение. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, really? Yes. This should be the mood of a Ramanugari Bodhi, especially Rupanugari Bodhi. Ramanugari covering total field. И вот это чувство должно быть у всех рагануга бхакт. Вот это то, что описывается в 8 шлоке шикшаштаки. Мы должны быть уверены, что Кришна — это наше сердце. So Eva, definitely, he is my heart. Nobody else.
И никто иной, кроме Кришны, может. Этот Кришна, он хочет обнять нас или отстранить от себя, но в любое время вот Кришна может обнять нас или отстранить от себя, но все равно Кришна, он господин нашего сердца. Санатан Госвами в Брихат Бхагаватамрите, он описывает Гопа Кумар, он был, когда он продвигался все выше и выше, но он не чувствовал должного удовлетворения. И согласно расе, мы можем чувствовать какие-то, ну, какой-то недостаток чего-то, и потребность продвигаться выше. И вот Гопа Кумар возвышался все выше, выше и выше, и постепенно достиг наивысшей цели, и где это произошло? В Радже. Он хотел попасть в эти лилы Кришны. И вот когда Гопа Кумар, он достиг этой Галуки в Радже Дамы, и когда он вошел в Радже Даму, то Бхагаван Шри Кришна, он возвращался с поля со своими коровами. Он вошел, и этот вот Гопа Кумар, он появился только в Галока Даме, и Кришна увидел, что он только что пришел, и Кришна побежал к нему и обнял его, и поцеловал: «О, мой друг, почему ты так поздно?» Кришна плакал и сказал: «О, мой друг, почему ты так поздно пришел ко мне? Я так долго ждал тебя. Я не могу жить и без тебя». Это умонастроение Кришны. Мы не можем ни из каких писаний, мы не можем найти никакого чувства. Как вчера я говорил, и каково же сердце Шри Кришна Чайтанья? Если мы сможем почувствовать когда-либо, мы не сможем больше сидеть здесь. И это обязанность Гуру и Вайшнавов вложить их чувства в наше сердце. Нет ничего в этом материальном мире, что чем мы могли бы отплатить за милость Гуру Вайшнавов. Нет ничего подобного. Мы не можем отплатить Гуру Вайшнавам за их милость. Нет ничего во всех мирах, что было бы достойно то, чем можно было бы отплатить за эту милость Гуру и Вайшнавов. Мы вечно находимся в вечном долгу за милость Гуру и Вайшнавов. То есть им нельзя отплатить за дикшу, за посвящение, которое мы получили от Гуру Вайшнава. Единственное, что мы должны делать, мы можем молиться, благодарить их за то, что они дали. Это такая огромная милость, и мы никогда не должны забывать их милость. И вот Кришна Бхаджан, он очень редок, он уникален, он великолепен, непостижим за пределами человеческого понимания, но все же мы заинтересованы в том, чтобы совершать Кришна Бхаджан. Мы должны узнать сердце Кришны. Гурупад Падма Шишила Пури Госвами Махарадж, он написал одну книгу «Сердце Кришны». И вот Мандала Паблиш ранее опубликовали эту книгу, и там описывается, что Джаганнатх, он
буквально расплавился от чувств. Это особый случай был. Когда Рахини Ма, она описывала перед женами Кришны, они спросили, почему Кришна, он ночью плачет. Какова причина, что же здесь не хватает Двараки, чтобы Кришна, из-за чего он плачет, вся постель его в слезах. И вот Рукмини с этим Бхама, они думали, что же тут не хватает, у нас столько богатств, но почему Кришна, он плачет всю ночь? Они не могли найти никакой причины, и потом они спросили Рахини, о, мать, ты была там, можешь ли ты объяснить, в чем же суть, почему Кришна плачет? И Рахини сказала, тогда все должны уйти, и Субхадра должна стоять на дверях, если Кришна Баларам они захотят зайти, то им запрещено, поскольку я расскажу ту причину, по которой Кришна плачет ночами. И вот Рахини начала говорить, и тем временем Кришна Баларам пришли и зашли с Субхадра. Она тоже слушала, и она пыталась их не пустить, но в итоге у них им выпала возможность что-то услышать. И Кришна, если бы он услышал, он бы буквально расплавился, и поэтому его остановили, ему не дали услышать об этом. И это наш Господь Кришна, тот, кто готов оставить тело ради Кришны. Мы во Вриндаване шутим, и на самом деле это не шутка, а такая серьезная шутка. Даже если мы обретем Кришну, then Krishna promised me I can, you can get me. Then still it is very cheap. А вот во Вриндаване говорит, что если можно было просто оставлением своего тела обрести Кришну, то это очень такой дешевый путь был бы ради обретения Кришны, если просто можно было умереть и благодаря этой своей смерти обрести Кришну, то каждый мог бы это сделать, но этого мало. Кришна не столь дешев, но мы не готовы отдать свою голову, отдать себя лотосным стопам Гурудева, и как же мы можем обрести Кришну и вот петь эти киртаны, если у нас нет преданности, то как мы можем петь вот эти высокие киртаны, и это все секреты баджана, и никто не говорит об этих чувствительных местах баджана, а мы должны говорить об этом, чтобы иметь возможность войти на путь Рагануга Баджана. И вот смотрите, как его настроение Шри Кришна. Если Кришна, он выгонит нас или позовет нас к себе, это тоже хорошо. И вот в Гопи-гите и вот суть в том, что мы без какой-либо платы мы предались тебе и хотим служить всю нашу жизнь. И мы ничего не хотим взамен от Кришны. Если Кришна захочет нам чем-то отблагодарить, имеется в виду, что если мы
ожидаем какого-то чего-то взамен за служение Кришне, то Прохлад Махарадж говорит, что мы тогда не преданы, а какие-то торговцы. И если у нас есть такое настроение получить что-то взамен нашей преданности Кришне, то как мы сможем достичь Голоки? Даже смотрите, Гопа Кумар, который был в Сакья Расе, Кришна, он настолько ждал его, и все ради Кришны ждет всех душ в том духовном мире и спрашивает, почему мы так долго шли к нему. Гурупад Падма говорил, что Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху, они с открытыми ладонями стоят и зовут нас к себе, но редко кто хочет пойти к ним. И у нас должно быть такое умонастроение, и тогда мы сможем подготовить свой ум для того, чтобы совершать Органуга Баджан. И вот вчера спросили, те, кто совершали, как совершает какие-либо ошибки на пути баджана, кто-то не один раз даже совершает, а снова, снова и снова. И вот в Бхагавад-гите есть такая шлока. Опичет Судурачара. Опичет Судурачар, бхаджате мам ананна бхаг. Саду ева самантабья саммак вявушито хисва. Though I know, he was very, you know, dirty man. But now, he is well organized. И вот если кто-то в прошлом был каким-то плохим человеком, но он впоследствии предался Кришне и стремится к Кришне и исправил все свои ошибки, может, раньше он занимался чем-то непристойным, но не сейчас. А печет, чет, значит, случайно в прошлом. Ismin opiche sudurachara sudurachara not durachara sudurachara but still if he is going to do my bhajan. И вот если такой человек совершает баджан Господу, то мы должны думать о нем как о саду, поскольку его сердце, оно стало чисто. И я хочу объяснить эту шлоку для того, чтобы мы не пользовались таким не... И вот чтобы мы не применяли эту шлоку в неправильном ключе. Это что значит на самом деле эта шлока? Это не для того, чтобы оправдывать наши какие-то плохие поступки, это нечто другое. И вот Бхактивинода Тхакур, Баладеви Бушна, Шридас Госвами, что они говорят на эту тему о печет Судурачар? Это не значит то, что кто-то был каким-то скверным человеком, занимался каким-то дурачаром, какой-то непотребной деятельностью, нарушал правила и предписания, описанные в Ведах и ведических писаниях. Ну, каким-то этим преступником был, но мы должны быть осторожны, что если такой человек, как вот пример с Джагай Мадхаем,
можно привести Джагай Матхай, они занимались ничем хорошим не занимались, но когда они обрели милость Господа, то они перестали заниматься всем криминалом, который делали раньше. Killing everybody. In that case, Opichet Sudrachara Vajati Ananda Bhar. Now, no unknown. Ananda means no unknown iti ananyaha. Ananda means no other option. Now only one single pointed like to worship me. И сейчас, когда они хотят поклоняться только мне, их сердце, оно исправилось, очистилось, и они хотят совершать баджан мне, Кришне имеется в виду. То есть, и если у нас есть... имеется в виду, что если даже наше сердце недостаточно очистено, но мы... стремимся к служению Кришне, то тогда Вишвана Чакравати говорит, что, например, какой-то человек перестал делать какие-то недостойные вещи, но все же иногда случайно, это случайно случается, он повторяет свои прежние ошибки, например, я говорю кому-то, чтобы выключили вентилятор, вентилятор выключили, но вентилятор по инерции, он вращается. И также... Кто-то, конечно, может возмущаться, что вентилятор после выключения вращается какое-то время, но смотрите, этот вентилятор, он уже не он выключен, он не вращается под действием электричества, а только из-за инерции он вращается, и вскоре он остановится. И вот Вишвана Чакравати, он говорит, что такие люди, которые предались Кришне, у них тоже может такое случиться. У них нет никакого желания совершать какие-то плохие действия, но иногда из-за такой инерции они все-таки совершают. Почему Арджуна спросил у Кришны? И почему он это спросил? И вот хотя мы не хотим совершать никаких ошибок, но все же иногда. Что за сила, которая заставляет нас совершать ошибки? Почему кто-то не хочет совершать никаких ошибок, никаких грехов, но случается, что за сила она заставляет их совершать эти ошибки? О Кришна! И иногда никто не хочет совершать ошибок, у них нет желания, но кто, мы не знаем, кто давит на них, что люди вынуждены совершать какие-то ошибки. И вот они не хотят, но вынуждены почему-то это делать. Но почему? А Кришна говорит, никто не хочет навредить вам, только вы сами себе вредите. Вот в этой шлоке говорится, что мы не должны бросать, помогать сами себе. Как в английском есть пословица, что Господь помогает тем, кто сами помогают себе. Don't try to get on pitiness. We
with, you know, full energy, try to stop rolling. This wheel is rolling. Stop. Cannot allow. Kama esha, krodha esha, rajoguna samatvavaha, mahasana mahapapna, vidhina menam bairiyam. Who is your enemy? Arjuna. О, Арджуна, кто же твой враг? You know? Kama esha, krodha esha, rajoguna samatvavaha, mahasana mahapapna, vidhina menam bairiyam. This is our main enemy. Try to guard. И вот эти вот гнев, вожделение, жадность — это наши враги, и мы должны избавиться от них. А как? Нужно получить милость от гуру вайшнавов, и с помощью этой милости, она, с помощью знания, полученного от гуру вайшнавов, это знание, оно подобно острому мечу, и им можем мы выкорчевать незнание, невежество из самого корня, из нашего сердца, поскольку если какой-то корень невежества останется в нашем сердце, если мы его не выкорчевали, то впоследствии он может опять прорасти, и Харибаджан, он очень чувствителен. И поэтому Прабхудананда Сарасвати, он пишет: что это не шутки, на каждом шагу мы, этот путь очень опасен, на каждом шагу какие-то колючки, какие-то опасности, в Упанишадах говорится. Тот путь, который мы идем, совершая Кришна Баджан, то этот путь очень опасен, его дорога, она буквально усеяна колючками. Дургам патастат кавая ваданти. Дургам патастат кавая ваданти. Дургам very, very dangerous way. Очень-очень опасный путь, и всегда может возникнуть какая-то проблема. И мы должны быть осторожны. И по милости гуру вайшнавов мы должны преодолевать эти препятствия и совершать баджан с великой искренностью. И вот сейчас я хочу вернуться к первой шлоке, с которой я начал. И сейчас, я надеюсь, вы поняли, как, насколько серьезно мы должны быть в баджане, куда идти, с каким настроением. Это настроение Шримана Махапрабху. И первая шлока, с которой Махарадж начал сегодня. И вот Бхагаван Си Кришна, Нанданан Кришна или любая пурна аватара, у них нет никакого неудовлетворения, поскольку парам пурна васту — это Бхагаван Си Кришна. И вот это полное, и согласно Панишадам, этот есть, и вот эта концепция трансцендентного мира. Если Вриндаван снисходит сюда, то Вриндаван там и остается в своей полноте. А в этом материальном мире, если у нас есть какой-то этот горшок, кувшин с молоком, если оттуда взять стакан молока, то в кувшине станет на один стакан молока меньше. Но в трансцендентном мире не так. Если мы что-то берем, то оно пурна, концепция пурная, как
этот объект, который мы берем, он полный останется, так и то, что мы берем, оно тоже будет полным. А у нас концепция дефицита, что всегда чего-то не хватает. А в этом вот материальном мире как раз преобладает идея дефицита. То есть, если что-то забрать откуда-то, то в том месте меньше станет, а в духовном оно не уменьшится. И мы должны обрести связь с нашим Гурудевом, с Шрилой Прабхупадой, с Шрилой Кешава Госвами Махараджем, то кто сможет нам навредить? Никто. Мы должны иметь такую безраздельную, беспримесную веру в нашу Гурваргу. Они могут сделать все для нас, хотя мы можем быть недостойны, но они даруют нам все. И вот никакого неудовлетворения не должно быть, что могло бы задеть наше сердце. У нас должна быть строгая, крепкая вера в то, что мы следуем нашей Гурварге. Мы должны следовать тому пути, указанному нашей Гурваргой. И кто сможет остановить нас? Никто. И эта решимость она должна быть в нашем сердце. И тогда мы сможем стать успешными. И это концепция такого полноты. И вот эта шлока, которую Махарадж хочет обсудить, мы можем думать, почему Бхагаван Шри Кришна, он говорит так. О, друзья, о, друг, в этом смысле, Гопакумар, почему ты так поздно пришел? Если можно ли подумать, что в сердце Нараяны или Нарисимхи или Кришны есть какая-то неудовлетворенность, разве можно ее найти там? Кришна, он Пурнавасту. И как мы можем найти какое-то неудовлетворение чем-то? Но все же мы видим, что Кришна спрашивает, почему так долго его не было. А в таком Пурна-джагате, в таком полном мире, такое тоже может быть. Кришна Дас Кавираж Госвами пишет в Шри Читане Чайтамрите, когда все гопи, они смотрели на Кришну, бесконечная любовь, она переполняла их. А когда Кришна смотрел на гопи, то его любовь, она тоже переполняла его сердце. И вот они так смотрели на друг друга, и говорится, что не было ни места, чтобы любовь увеличилась, но она все же она увеличилась. А почему? Хотя математически тяжело посчитать, как это возможно. Now you can only feel by the mercy of Guru Vaishnava what is infinity. Infinity, if you think you can go manage. И здесь также концепция бесконечности содержится, поскольку вот говорится, что хотя не было места для этой увеличивающейся любви, но эта любовь, она все равно увеличивалась. И вот время, место и обстоятельства, эти концепции, они не могут находиться в духовном мире. У нас есть представление о материи, пространстве и времени. Но в духовном мире это неприменимо, и поэтому многие не могут понять, что там происходит. Поскольку в нашем материальном опыте ничего похожего нету, то все уникально. И вот этот мир, он уникален. И вот
в Шичитане Чаритамрите говорится, что эта концепция, она совершена, что любовь Гопи и Кришны, она взаимно у них увеличивается и переполняет их сердца. Эта любовь, она бесконечна, она все увеличивается, увеличивается по направлению к бесконечности. Кришна, он бесконечен, и его любовь, его сердце, оно и гопи тоже на том же уровне. И все это так увеличивается в сторону бесконечности. Если мы хотим служить Гуру Вайшнавам, то этим материальным телом мы не можем служить. Мы должны возвыситься до на тот уровень, где находится наш Гурудев. Иначе как мы можем служить ему? Мы материально, Гурудев трансцендентен, никакого обмена бабой не может быть. So there also, if I get time, I can explain this point also. So you see, и вот говорится, что Господь, Он Пурнавасту. Нет никакого неудовлетворения не может быть. Мы не можем ожидать, что Господь чем-то недоволен или еще что-то. Но смотрите, Он Пурнавасту, но Он все-таки выражает такое неудовлетворение. Вот почему Махапрабху обнял царя Пратапарудру. Он сказал, что я бедный саньяси, мне нечем тебе отплатить, хотя бы да я обниму тебя. Махапрабху сказал, ты так много мне дал, и мне нечем тебе отплатить, давай хотя бы я обниму тебя. И вот царь Пратапарудра, он по указанию Каши Миши он пошел, чтобы получить даршан Махапрабху. И вот Махапрабху был погружен в океан любви, и Пратапарудра, он переоделся в какую-то простую бедную одежду, и он пошел к Махапрабху, он начал массировать его стопы и произносить вот эту шлоку. И Махапрабху был очень доволен, очень счастлив этим. И вот то, что я сказал, это первая шлока. Махапрабху, он всегда доволен сам себе. Никакого, ни капли неудовлетворения нет в нем. Но все же, это вопрос, почему все же? Вот это все же, почему так происходит, мы должны объяснить. И вот в Вьякароне, в грамматике, вот в этой шлоке говорится, что, где, когда, кем, где. Вот эти все падежи, они все в итоге указывают на Кришну, адвагентатву. Почему мы выражаем сомнения? Преданные и Кришна — это одна единая татва. И как Кришна вот смог украсть одежду своих преданных, но внешне это было так, для того, чтобы явить внутреннюю прекрасную расу. Почему мы не думаем об этом как об адвагьян-татве, поскольку имя Дама, Парикара, Васишха, все преданные, это все одна единая адвагьян-татва, но иногда получается, что они различные, и это ее великолепие, и вот это единая татва, но из-за обмена расы Махапрабху делает это все различающимся.
И вот, вот в этой шлоке говорится, что если бы Махапрабху был один, как бы он смог обмениваться расой с другими участниками лилы, если бы их не было, как вот пример такой материальный, есть эти курильщики, они, эти конопли, они когда курят, им в одиночку скучно курить, они всегда какую-то компанию находят. И вот, вот Махарадж, он был в Бадрикашраме где-то, вот там надо было где-то заночевать в храме, нельзя было ночевать, но в смысле не позволяли. Вот Махарадж еще там без денег было совершенно, и вот они попросились кому-то переночевать, разрешили на крыше переночевать, крыша открыта, и там это в Ямунотре было видно, как Ямуна текла, и это... Это не туман, как его. Влажность высокая, в общем, была. И вот они спросили какого-то саду, где там жить, и сказали, иди туда, там много саду, вот там можно где-то переночевать. Вот. Но Махарадж спросил, откуда там эти... А Махарадж туда подошел посмотреть, смотрит, там одни шивейты сидят, курят эту коноплю и приглашают присоединиться. Но Бабаджи Махарадж, он решил уйти от них, не приближаясь. Ну, в итоге какой-то панда там... в своем доме пустили Махараджа на ночевку. И вот такой грубый пример про этих курильщиков, что им в одиночку курить неинтересно, нужно с кем-то. И вот и те, кто вкушают Бхагават-расу, им тоже нужны друзья, которыми можно поделиться нектаром Бхагават-катхи. И вот Махапрабху был доволен, но не совсем. Я говорил, что Садхгуру Вайшнава Парикар Васиштха, все параферналии — это одна единая адвайтатва. А почему мы совершаем ошибку, что Кришна хочет украсть какую-то одежду от преданных? И вот мы должны помнить эту шлоку, что один Кришна, как он может наслаждаться расой? И поэтому Кришна, он явил себя как Рада Говинда. И это одна татва, одна раса, но все же, чтобы показать великолепие расы, чтобы наслаждаться этой расой, Кришна, он разделился на Радха и Говинду. Это одно уникальное, единое и вечное, и все же они в двух явились как в двух формах. Кто-то спрашивает, кто первый, Радха Говинда или Махапрабху, но ответ на этот вопрос, что они все вечны, как Радха Говинда вечны, так и Махапрабху, он вечен. И вот Бхагаван, он явился в двух формах, чтобы вкусить сладость этого, радость этого наслаждения расы. Майвади вот говорят, что они хотят совершать самоубийство их.
у них есть такая склонность к самоубийству с помощью слияния с безличным Брахмой, чтобы не было ни горя, ни страха, ни, и ничего остального. И вот их цель слиться с безличным Брахмой, но преданные предпочитают в аду оказаться, а не слиться с безличным Брахманом, поскольку из ада сегодня или завтра, или когда-либо можно выйти, но слившись с безличным Брахманом, уже это подобно духовному самоубийству, другого пути назад уже не будет. И поэтому преданные предпочитают попасть в ад. You are very hungry. You have past experience that is very sweet. If I can get that, you know, sweet, you are very hungry. Nobody going to allow you to take. In that case, what happens? You see, Maharaj, somehow if I can get this sweet. И вот если мы видим какую-то сладость, которую не можем съесть, то мы уже представляем, как мы будем наслаждаться этой сладостью. You are hungry. You have a И даже если эта сладость просто на выставке, мы мимо проходим и видим, то даже может это просто муляж какой-то быть, но из-за того, что из-за нашего прошлого опыта мы думаем все же, как мы будем наслаждаться этим, этой сладостями. И вот Сиддханта какова? Вот есть прекрасная сладость, какая-то, но мы очень голодны, но и не можем съесть эту сладость, но из-за нашего прошлого опыта мы думаем, что эта сладость вкусная и сладкая, и можем съесть и насладиться ею, но опять же, мы не можем непосредственно попробовать эту конкретную сладость. Может, это муляж какой-то, или вообще сахара нету, или просто из пенопласта это, или, ну, смотрите, до тех пор, как это рассагула, она, ну, в смысле, эта сладость, она не соприкоснется с нашим языком, мы не можем сказать, что она сладкая. Можно сказать только, что она, возможно, сладкая. Или вот как Махарадж говорит, что это в ней есть полная... Это, пусть, то есть возможность сладости есть в этой сладости, но поскольку мы ее не пробовали непосредственно, она просто напоминает нам о сладости. Может, кто-то решил подшутить над нами. И вот до тех пор, пока эта сладость не придет в контакт с нашим языком, то мы, у нас нет права говорить о том, что эта сладость сладкая. И вот также, если мы будем думать, что Кришна — это раса, расовый сах. У нас нет возможности проверить Кришну, но ну вот в случае с безличным Брахманом, когда мы сливаемся с этим Брахманом, то уже не будет возможности вкусить сладость этой расы, поскольку мы станем едины с Кришной, с безличным Брахманом имеется в виду. И поэтому, чтобы насладиться этой расой, должна быть раса, то есть это предмет наслаждения, тот, кто принимает и наслаждается этим, этой расой, и
и наслаждение само. Кто, если не будет существования этих трех вещей, то ничего не получится. И вот преданные, они обретают уникальную расу с помощью своего настроения служения. Они служат Кришне, особенно те гопи. И поэтому та причина, по которой Кришна, он буквально сошел с ума. Какова причина, почему Радхарани, она буквально сошла с ума? Почему? Будучи в Кришна-сварупе, Кришна не мог этого понять, и поэтому он принял форму Гауранги. И вот во время Гурупранива Махарадж, с точки зрения Веданты, Упанишат, это все научным образом объяснит. И вот если мы нарушим всю систему, как мы можем обнаружить, что такое раса и все остальное? И вот сейчас Кришна, он уникален, он источник. Он бесконечный источник всех рас, источник великолепных рас, и поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит Рупе Госвами: «О Кришна, о Рупа, Кришна — это бесконечный океан расы. Нет способности дать тебе прямое чувство, лучше я дам каплю на твой язык, открой рот и вкуси, попробуй сладость этого». И вот он, это было подобно океану нектара. Мы будем буквально смыты волной этой премы. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, то весь мир был буквально затоплен расой премы. Но мы настолько неудачливы, что мы не смогли обрести, что мы не смогли потонуть в этом океане премы, в этом потопе премы. Это был такой потоп премы. А мы, как обезьяны, забрались на деревья, чтобы спастись. Но таким образом мы убиваем себя, а не спасаемся. И вот смотрите, умонастроение каково. Какое настроение Господа, Господь Махапрабху, он всегда доволен, но все же он недоволен. И такова его лила, все эти бесчисленные живы. Кришна, он дает им возможность прийти к нему. Кришна, он великий игрок буквально, и мы, Кришна, он как подобно режиссеру, он лучший из всех в этом мире, он. Krishna in between, all infinity jiva are dancing. Dancing with sometime going to Maya, coming, falling down. This is dancing. Falling down in Maya, I mean jumping up, falling down. This is one kind of dancing. Дживы иногда погружаются в расу, иногда падают в Майю. И Кришна находится, и Кришна находится здесь. Но, а эти души, они иногда становятся, получают высокое рождение, иногда низкое, и так. А душа, она та же самая. Now who can say if we are not going to do bhajan? Maybe we are going to take part as monkey in African forest. Who can say? Who can say?
No guarantee. Who can say this kind of chance we can get next life? Is there any guarantee? No guarantee. So we cannot put any guarantee. Try to do bhajan. Мы должны совершать баджан, поскольку никто не знает, что станет с нами в следующем рождении. И вот бесчисленные дживы, и Кришна, Он являет свои лилы с... И такая бесконечная раса, она происходит в этом мире, а мы все Шакти Татва в этой его лиле. И тот Кришна, он готов продать себя лотосным стопам Радхарани. Посмотрите, великолепие Радхарани. И вот это стих из Шри Чайтанья Чайтамриты. Радхика — это моя гуру, и если что говорить о Радхаране, Кришна, он танцует по просьбе всех гопи. You play on Facebook. You can give? Yes, I can give. After that, you know, dancing is over, not before that. Krishna dance. This is the case of Krishna. Brajavasi, they are singing so nice, nice song. So nice, nice song they are singing. They have their right, they have love. So you see the case, infinity rasa tatta, infinity jivas there. You know, so you have to get this kind of rare chance. This birth, maybe, you are going to get a rare chance. So you have to utilize this chance. Don't try to. Если мы находимся в человеческой форме жизни, то мы не должны терять этот шанс. Кто знает, кем мы станем в следующей жизни? И вот смотрите. Когда все дживатмы, они плачут, чтобы найти путь к освобождению, то Кришна дает им надежду. Если Кришна не даст нам надежды, если Гурудев не даст нам надежды, нам, падшим душам, то как мы сможем выбраться из этого плачевного состояния? Поэтому Гурудев является в этом мире, чтобы дать нам надежду. Кришна не может пролить свою милость прямо, только через гуру и вайшнавов, и такова система. Я сказал, говорил много раз и с Бхагаватом. Вот какая шлока, вот эта шлока. Bhutani Habyani Janardanasya Janasya Krishna Vimukasya Daivad Adharma Silasya Sudukkitasya Like me Adharma Silasya Sudukkitasya I'm very in a miserable life For them to give a chance Guru Vishakar Janasya Krishna Vimukasya Daivad Adharma Silasya Sudukkitasya Unugruhayeho, charanti nunam, nunam and nishchitameva, charanti, traveling, why? Just to search out where fallen soul there in America, Russia, or you know, Italy, where? I like to pick up. Follow? Yes, yes, yes. Janasya Krishna Mimugasya Daivan, Adharma Siddhasya Sudukkhidasya, Unugruhayeho, charanti nunam, janame charanti. The same thing now, Yudhishthira Maharaj told to Vidhiji Maharaj. Same thing now told. You cannot remember, all vanished from brain.
gone. Foolish. Bhavat vidha bhagavataha tirthi kudha swayam viho tirthi kurvanti tirthani santa stena gada bradai forget. They memorize, no? Bhavat vidha bhagavataha tirthi kudha swayam. You yourself is a big pilgrimage. And you are going to give pilgrimage? Said to different people, what's wrong? Why you are going? Taking troubles. You yourself is a big pilgrimage. Guru Charan. Это стопы гуру, это они подобны местам паломничества. Я не хочу ехать ни в Варанаси, ни в Пури, я хочу находиться под лотосными стопами Садгуру Парамахамсы Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, и они покажут нам, и по их милости весь Вриндаван, все дамы, они явятся нам. Какие-то иностранные преданные, они спросили давно достаточно меня, что Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж, я сказал им, я был в Дели, занимался публикацией, и как-то из Вриндавана он доехал, и какие-то Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж был там. И они спросили у Тирти Госвами Махараджа, что вот Мадан Гопал был, еще кто-то там. Они спросили, можно ли спросить у Шрямбабы какие-то вопросы. Он сказал, что Гурудев сказал, что да, спрашивайте, конечно. Он... И вот он спросил, что во время Харинама, что мы должны думать. Такой критический вопрос, и я ответил на их вопрос. Завтра буду об этом говорить, не сегодня. И что мы должны думать, когда мы харинам повторяем? Какая концепция у нас в уме должна быть для начинающих преданных и всех остальных? И вот сейчас... О, Господь, Ты сам великое место паломничества, почему Ты, ты сам путешествуешь здесь и там, а Ты ходишь потому, чтобы, для того, чтобы зарядить те места. Туда приходят какие-то скверные люди и оскверняют те места, и они, их заряд святости, так он опускается, а преданные, которые ходят по этим святым местам, они заряжают их. Верховный Господь, Он находится в нашем сердце. Верховный Господь, Он заперт буквально в нашем сердце, и поэтому, вот Он так проговорится про Виду, по-моему, или кого-то, что такие Гурудев, такие великие личности, они могут, как Шрила Прабхупад, они могут спасти всю Брахманду, всю Вселенную. Это не шутки. Наша Гурварга Шрила Бхактина Такура, Шрила Прабхупада не могут спасти всю Вселенную. И те, у кого есть ясное представление о Ведах, Пуранах, Бхагаватам и прочим, они... Они могут спасти весь мир, что говорить о мире, даже всю Брахманду, они могут спасти такую огромную силу, они имеют и Видура. Вот он тоже, такие преданные, как Видура, они путешествуют по разным местам, чтобы зарядить их и дать возможность каким-то людям, которые встречают по пути, совершать харибаджан, они занимают их в харибаджане. И вот more than Vrindavan.
И вот когда Гурудев доволен нами, он не только это, вот за Свананда Сухада Кунджи и вместо Шилы Бхактивинода Такура, и И мы должны воспевать именно имена Кришны. Вот Гурудев, он может дать нам такой шанс. И вот смотрите, сейчас вернуться к той шлоке, вот эта шлока. Кришна, Гуру и Вайшнава, они ничего не хотят от нас, они самодостаточны, но все же они являют свои лилы, они даруют нам шанс. И какой шанс? Служить Гурудеву, служить, мы обусловленные души, мы практикуем что-то, пытаемся делать, пытаемся служить Гурудеву снова и снова. И это невозможно для обусловленной души служить трансцендентному Гурудеву, но Гурудев дает нам возможность, зная, что это невозможно, но все же мы должны продолжать пытаться служить. И Гурудев из-за своей милости, он принимает наше служение, он говорит, продолжайте, пытайтесь дальше, и эта возможность, она зовется милостью, как это возможно. И что мы ничего не знаем о Даршан-шастре, и как-то возможно по милости Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, это все явилось в моем сердце. Нитягуру, когда вот я был ночью, дома ночью, я думал, как найти ответ на этот вопрос, и он пришел ко мне, Нитягуру, он помог мне. Когда я читал сочетание Чайтамриту, я думал, что уже где-то это знал, это наверняка с прошлой жизни. И вот по милости Гурудева все возможно. И вот смотрите. И вот Гуру Вайшнава, они проливают на нас свои милости, их сердца очень милосердные, они проливают на нас свою беспричинную милость. И поэтому они даруют нам шанс, и хотя Кришна доволен, но как мы можем понять то, что Кришна находится вот перед зеркалом? И Кришна может видеть то, что он делает, он может видеть в своем отражении в зеркале. Зеркало, оно показывает наше отражение, но согласно Веданте только нету. Ну, как так наоборот. То есть, если мы правую руку двигаем в зеркале, левая двигается, ну, то есть так отражение. И подобно тому, что Кришна играет со своей собственной тенью,
Или все дживатмы. Это подобно игре с самими собой. И если мы будем чувствовать так в тысячи жизней, то мы не сможем совершать никакой ошибки, если будем следовать то, что я говорю. Может, через тысячу жизней или в этой жизни мы достигнем успеха, кто знает. И вот смотрите, сейчас мы будем говорить о этой сокровенной Вастахаран-лиле. Мы должны быть очень осторожны и внимательны. И вот это Вастахаран-лила, когда Кришна украл одежду у гопи, так много секретов там. Какие-то грязные люди находят какие-то недостатки в Кришне. Но если бы они знали сердце Кришны, они думали бы по-другому. И вот Кришна говорит. И вот из-за того, и гопи, когда получили, одели одежду, то их стыдливость в 100 раз увеличилась. И это стыдливость – это украшение для женщины. Когда Радхарани была в Дангате, Кришна просил, требовал деньги за проход. И вот Кришна просил, требовал заплатить деньги за проход. И вот Радхарани, она явила такую бава кила кинчит бава. Она гневаться начала, потом смеяться, потом это одновременно все было. И Кришна смотрел на Радхарани и был очарован ее красотой. И мы должны совершать баджан. Кришна, он хотел видеть наше чувство. Sometimes breaking the pot, or card, all their body, everything break with stone. И вот Кришна не пускал их в Матхуру, они несли йогурт, но Кришна не пускал их и требовал какой-то налог. И вот если мы будем повторять Харинам, и сможем осознать эту лилу, то это будет зеленым светом на нашем пути. И вот эти гопи, почему они не идут домой? Вот они получили одежду и Кришна сказал, я не только даю одежду, я отдаю вам свой ум. Мой ум, он продан вам. С этой одеждой я дарую вам самого себя. И идите. Но они, гопи говорят, нет, еще что-то осталось, и что это? Эти гопи, они полны любви, они не могли ничего сказать. А стыдливость, она вышла из их сердец на время. Калия спрашивает у... А когда Кали спрашивал у Парикшит Махараджа, где же ему находиться,
Парикшит Махарадж дал ему какие-то места, но кали все было мало, он просил еще. Lodja with full figure, transcendental gravity. Why in those Vajrupita? I do not know. We whole life and those Vajrupita, we are sitting inside their heart for the time being to carry on the order of Krishna for the time being. They throw. И вот в Раджа-гопе, чтобы следовать указанию Кришны, они оставили даже стыдливость, она вышла из их сердец. И эта стыдливость думала, а где же им еще, где же ей еще быть, кроме как в сердце в Раджа-гопе. И... И вот как это возможно, что в сердце преданного могут быть все хорошие качества? И те, кто не преданные, как можно надеяться, что какие-то хорошие качества будут в их сердцах? Manorathena Satodhavatavi. They are sitting on their mental chariot and moving around in material ground to get this rasa, sometimes sweet ball, sometimes this, that. There are things. Tomorrow I can discuss, no time today. So those all those Lajja. И вот эта стыдливость, она ждала, вышла из их сердец и ждала снаружи, а когда они оделись, то эта стыдливость вошла в их сердца и стала более усилилась в несколько раз. То есть им стало еще стыднее, и они не смогли смотреть на Кришну. With leg, finger, you know, writing something on ground, you know, one kind of mood of love. They cannot go to respective mood. They want to say, we are sent to you, Krishna. You are not going to find final solution. Today is the final day of our vrata. We already successfully done that, you know, Kattayani Vrata, you already confessed that we are successful, but still you are not going to give final result. How we can go? Krishna already told you are not doing actually Kattayani Vrata, you are doing Krishna Vrata. И вот гопи спрашивали, что они совершали аскезу катайни целый месяц, и где же результат? А Кришна сказал, что вы не катайни поклонялись, а поклонялись мне на самом деле. И какова же была эта формула? Вот это. И вот все они хотели совершать катайни врату, но их цель была был Кришна. И вот они из-за своего стыда не могли смотреть на Кришну. Даже Кришна говорил, что я отдаю вам сердце и души, но они стояли и ждали, что те, кто полны любви, они не могут четко выразить свои мысли. То есть эти гопи, они сказали, что мы совершили аскезу, чтобы обрести тебя в качестве мужа, и вот ждем этого результата. А в ведической системе эта свадьба зовется панигахан. Нужно взять девушку, будущую жену за руку, и вот произносится такая мантра, и это считается завершением свадьбы. То, что в твоем сердце, то и есть в моем сердце, и это зовет, такая жена зовется Дармапатни. Дармапатни — это вот
женщина с такими качествами, и вот, то есть, которая единомышленница своего мужа. И вот Бхагаван Шри Кришна смотрит на них и и вот Кришна, он уже проверил их и нашел, что они достойны. Он одобрил их эти. Dhito pradhanam sankalpa maho damodaro avalaha. The avala, и вот Кришна знал, что они хотят обрести мои лотосные стопы, они хотят обрести меня как своего мужа на всю жизнь. Кришна знает их сердца, и вот они говорят этим Нанда, и вот он говорит им. И что говорит Кришна? О Авалаха, о Нандабхойокумарикаха. Я уже знаю ваше сердце. А как вы знаете, я не Ишвар. Вся наша решимость, наша, я знаю вашу решимость, ваше желание, я знаю, ради чего, какова цель, для чего вы начали поклоняться, для чего вы начали эту врату. И все вы совершаете эту врату, и это поклонение мне. Я знаю, с каким чувством вы поклонялись. И вот очень скоро я докажу, я обещаю вам, я одобряю. И сейчас гопи, они получили, как сказать, такое доказательство от Кришны, что он станет их мужем. И вот их это свадьба, можно сказать, закончилась. И вот в ведийской традиции также есть обмен гирляндами. Жена на мужу гирлянду предлагает, а муж жене, ну, свою имеется в виду. Потом, согласно ведическим правилам, огонь должен быть. Ну, это согласно этому. Есть еще Гандарва Виваха и Ракшас Виваха, там огонь не нужен. Gandharva marriage, you know, Vedic marriage, all different marriage, you know, you see. So, sankalpo viditoho sadhyo bhavatinam madarshanam mayanumoditaha sasu satya bhavitum arhati. Very shortly you can discover this true, I promise you. I've been married over. Sattya satya, ito satya nityam. Krishna Кришна — это источник всей сати, всей истины. И вот когда Кришна пообещал что-то, одобрил, он принял всех и сказал, что «я принимаю вас как моих жен, не думайте, что вы совершаете врату, чтобы с,
и обрести меня как мужа. И также я молюсь, чтобы обрести таких жен, как вы. Кришна говорит, я плачу и хочу обрести вас. Не думайте, что вы только молитесь обо мне. Я тоже молюсь, чтобы обрести таких жен, как вы. Если вы любите Кришну, Кришна, Он ответит нам взаимностью. Кришна, Он не какой-то этот... Кришна, Он... Окей, сердце Кришны, оно огромно, оно мягко, оно великолепно. И мы находимся... Из-за того, что мы не понимаем этого, мы в таком положении. И вот Кришна пообещал, что очень скоро я докажу, но сейчас нет возможности. И вот моя... И вот говорится, что это скоро станет истиной. Я обещаю, я приму вас всех как своих жен. И вот после этого будьте внимательны. Кто-то может сказать, что Кришна, Он полон вожделения. Но как это Кришна, Он Апракрита Камадев? Это неправильное утверждение. А мы, у нас Пракрита Кама, материальная Кама. Кришна, Он Апракрита Камадев. Почему мы находим какие-то недостатки в Кришне? Кришна, Он Апракрита Камадев, Он привлекает весь мир. Он говорит, приходите ко мне, вы обретете великую возможность. И эти обусловленные души из-за влияния Майи не получают такой возможности. Это прекрасная шлока, мы должны помнить ее, когда кто-то говорит о том, почему гопи любят Кришну, это не авторитетно, но это полностью авторитетно. Кто сказал, что это не авторитетно? Кришна, Он единственный во всем мире. Он, Кришна, Он... Кришна, Он не может совершить никакой ошибки. Если Кришна что-то делает, то это поток расы. Я вчера говорил уже, когда вот в Дамодара Лили, когда Кришна, Он проснулся, сказал матери, чтобы она оставила все свои дела и начала кормить его, то это тоже это раса. Гопал ничего не говорил, он смотрел на мать и ничего не говорил, но этот взгляд, если мы увидим его, мы можем сойти с ума. Но мы должны понять их чувства, и мать поняла, что он хочет. И так это великолепная лила. И когда у нас будет возможность, по милости Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура, мы сможем обрести это чувство. И нельзя сказать, что это какое-то... Если мы развили какую-то особую любовь к Кришне, то это очень хорошо. Это очень и очень хорошо. Почему мы говорим, что это что-то плохое? Нет. Это Апракрита Камадев, и поэтому Кришна, Он открывает это... А если мы найдем, что кто-то стал, кто-то испытывает огромные чувства ко мне, это неплохо, это великолепно, не просто великолепно, а самое наивеликолепнейшее. Я говорил, еще раз повторю, что материальный мир — это
искаженное отражение того трансцендентного мира. И почему мы думаем так? Любые незаконные связи в этом материальном мире, они не позорны. И все будут нас ругать, что это плохо. Но если это же настроение мы разовьем в, к Кришне, то это хорошо. Этот материальный мир — это искаженное отражение того трансцендентного мира. Как вот дерево, которое стоит на берегу пруда, то есть мы посмотрим на это длинное отражение дерева, то мы увидим, что все, на, все наоборот, его корни вверху, а крона внизу. И также в духовный и материальный мир, то, что в этом материальном мире плохо и неуважаемо, то в духовном мире это более великолепно. И раса, чем более она но то, что более великолепно в том мире, то оно считается неприличным в этом. И вот Кришна говорит так. Камаха гопараманам према ити авидиете. Камаха гопараманам, гопараманам, тот Враджагопика, it seems they have кама for Кришна. И вот у Враджагопи может быть, ну кто-то думает, есть какая-то кама к Кришне, но это према. Что такое према, что такое кама и какова разница, как их отличить из читания Чайтамриты, я завтра объясню. И вот смотрите, Кришна говорит, и Кришна говорит, что это не кама. А как это возможно? Paddy seed or java and barley seed, you know, wheat seed. Huh? You're getting some seed. If you are going to apply in field, then you can grow some seed. The seed can grow someday. Water, you know, sunlight. But if you're going to fry it in pan, и вот если все семена мы просто посадим в почву, они прорастут, но если эти семена поджарить, то они уже не прорастут, никаких проростков не будет, поскольку эти семена мертвые уже будут от такой термической обработки и возможность их, как сказать, возможность их... Возможность прорастания, она будет уничтожена. Потому что это как его, прорастание, она уходит из-за термической обработки. И вот Кришна говорит, что если они любят меня, если они хотят обрести меня, то внешне может
выглядит, что они хотят получить меня незаконно. Но эти, ну, в смысле, незаконно, что иметь какие-то внебрачные отношения. Но эти гопи, они еще малы, они все не, они все не женаты. И вот, и если они, и то есть они, и вот смотрите, они, их любовь к Кришне, она авторитетна и одобрена, поскольку если они любят, Кришну, то это их любовь, она уникальная, она не может быть чем-то нечистым. И их любовь к Кришне, она несет им огромную радость. И поэтому Парикшит Махарадж спросил Гурудева, Шукадева Госвами. Кришна, он наверняка совершил ошибку. И это для Кришны не почетно, позорно. Почему Кришна делает так? Парикшит Махарадж спросил, как это Кришна, он общается с женами с чужих мужей. Почему Кришна делает так? И Шукадев Госвами отвечает, что мы хотим найти решение к этому вопросу, чтобы никакого не этого чтобы никакого неправильного понимания не возникло у нас. И Кришна, он наверняка совершает какие-то плохие действия, это очень плохо. Но все, что делает Кришна, это все очень достойно. И вот из сегодняшней лекции мы поняли, что такое, какова важность Рагануга Баджана, какое чувство гопи Кришны и Кришны к гопи, и такое, такая кама, она, это не кама. И это их чувство, это не кама, это зовется према, не просто према, это уникальная према. Тачатмане пратимукхасса ятхарамукхасси ванчага бодхадасрика пасимасаши патитана павна бодхишна. Any question you have? Oh, my old mother, you have any question? Speak out! Why so late, not coming before? I was very happy to see how you got. As the disciple of Swami Vira Bhaktivedanta Swami Maharaji. You know, very good. So any question, any doubt? No? So you get answer of your question or is it? After jigyasu arthat teacher gani, I can give more detailed answer tomorrow. Because so many things to discuss, not terrible. If I give this answer, I can tomorrow also I can give, again. To give you total satisfaction. How it is possible? That how they give the sadhu? Yes. I can speak two more. Okay.